Всем большой привет. Меня зовут Николай, я рад приветствовать вас у себя на канале, канал про парфюмерию и не только. Всем своим Заюхинам отдельный и пламенный, горячо любимый привет. А если вы впервые сюда сбежали, подписывайтесь. У меня иногда бывает весело, интересно и немножечко познавательно. У нас тут на дворе стартанули голодные игры от рандеву. Большое спасибо, что уже посмотрели это видео, либо еще только собираетесь. Большое спасибо за вашу обратную реакцию, за ваши комментарии, за вашу поддержку. Правда, Ценно, но не забывайте, что это всего лишь игра, а мы с вами, в принципе, да, все мои Заюхины и так по жизни победители. И вот чтобы немножечко отвлечься от этой гонки, от этих видео, да, я немножечко добавлю еще вам контентика, да, если вам а, я приятен. И сегодня я хочу вам рассказать про один очень странный бренд, про один очень странный, но приятный на самом деле аромат. А, собственно, сегодня я буду разговаривать про аромат, который посвящен а, футбольному клубы Барселоне, понимаете, да? Я вообще ни разу не за футбол, я вообще ни разу там про какие-то команды, какие-то спортсмены, у меня немножечко другие были приоритеты в жизни, но тем не менее. Откуда это приехало? Не из РНДУ, шок-контент, да, это вся та же посылочка от моих друзей и знакомых, которые занимаются дистрибьюцией всяких годных, крутых ароматов, и зачастую таких ароматов, которых даже нет... И в помине, да, где-нибудь еще. Вот, они большие молодцы. И вот это вот классный образчик, именно хороший, качественный Исключительно мужской парфюмерии. А, смело могу сказать, что стрёмно не пахнет. По техническим характеристикам я ставлю этому аромату 10 из 10. А, ну, по убранству давайте сразу посмотрим, что тянуть. А, здесь еще была суперобложка. Она девалась сверху. Но картиночку я прикреплю. Сейчас уже лезть никуда не буду. А, внутри меня вот ожидает такое что-то сделанное под кожу. Это какой-то материал, он, к сожалению, царапается, и внутри вот такой вот ложементик, да, все из бархата, лого футбольного клуба. Мне, правда, это ни о чем не говорит, да, но если среди ваших родственников, друзей, знакомых, да, вдруг ваши дети, мужья фанатеют за а Барселону преподнести ему такой вот подарочек будет дорого, мило, приятно. Вот ссылочку на аромат, если что, я оставлю на сайт Рандеву, естественно. С моим промокодиком будет вообще прям бюджетно. Он что, стоит что-то в районе 4,5 тысяч рублей до 5. Но пахнет прям по современным меркам, как хороший, годный и достойный люкс. Коробочку сейчас поставлю и дальше буду вещать, чем эта штучка пахнет и как выглядит флакон. Флакон вот такой, в виде герба, да, эмблемы футбольного клуба Барселоны. Здесь у меня сверху железный колпачок а, в виде мяча. Ну, выглядит необычно, по крайней мере, да, это не типовые какие-то нишевые флаконы, да, которые на одно лицо все. И не что-то такое вот а, люксово-странное, да, в тенденции последних лет. Это вот... Необычный, не нетиповой флакон, за что спасибо, да, это было сделано под заказ. Возможно, это парфюмерная марка а, или те создатели, кто создают ее, а, как-то заключили договор с футбольным клубом Барселоной. И вот они отчисляют, роялти а, да, как это по-русски, отчисления футбольной команде за использование их лога. Здесь, к сожалению, никаких нет ни надписей, да, ничего, просто при помощи пескоструй наверное, да, выгравировано слово Барселона, Глори и футбольный клуб. Это не э, сделано в Турции, да, не бойтесь, написано, что разлито и создано во Франции, вот. То есть можно сказать, что это французская качественно достойная парфюмерия. Да, по нынешним меркам это не пахнет наво, это не пахнет как-то необычно, это прям хорошая достойнейшая альтернатива классическим ароматам, которые, к сожалению, сейчас а, безщадно меняет свою формулу, давайте нанесу и по ходу пьесы вам буду говорить, чем эта штучка пахнет, скажу сразу, парфюм ядреный настолько, парфюм стойкий до безумия, что просто мама дорогая, я с дуру подумал, что это какой-то очень легкий фужер, а, но сейчас думаю, что-нибудь такое свеженькое, да, как гель для душа, как какой-нибудь лакостик, ничего подобного, Четыре пшика этого аромата не отстируются вообще. Я не знаю, что туда положил производитель, я не знаю, на чем они сделали этот джуз, но он безумно цепкий. Он что с кожи, он что с одежды, он что с волос. Безумно стойка. Но... Это безумно стойко и безумно приятно в носке. Сразу вам говорю, я небольшой фанат, в принципе, люксовой парфюмерии, в принципе, мужской парфюмерии. Но здесь прям поношу с удовольствием. Вот, поэтому, если заинтересуетесь, да, помним, там, ходим, жалом водим, что и как. А чем эта, собственно, штука пахнет? Тут такая синенькая водица, она может вести в заблуждение, что покажется, что это какой-то свежий мужской, вот, что-то, океанский бриз, какое-то море, да, классический фужер на травках ничего подобного. В старте, в принципе, там, по-моему, я смотрел пирамиду, она не типично французская, она, по-моему, линейная, да, то бишь все компоненты маркетинговый отдел записал просто построчно, как это делает американская парфюмерия. В этом есть смысл, потому что действительно в разные сезоны, в разное время носки этот парфюм то показывал то, чего, в принципе, быть не должно, то это опять проходило. В общем, такой вот круговорот нот в природе. А, за счет чего этот парфюм стойкий? Я могу предположить, что сюда положили большое количество из Исупера, и сюда положили большое количество кумарина. Там, по-моему, в базе не заявлен табак. Но спустя второй день носки прям такого капитального плодотворного я почувствовал здесь именно ту табачную историю, которая была раньше. Она безумно приятная, она безумно сладкая, она не химозная, совершенно вот именно вот эта вот табачина с какой-то деревяшкой, что просто браво брависимо. Почему я не стал сразу нюхать это безумно концентрировано с первого пшика? Чем? сей продукт пахнет мне в самом старте пахнет большим количеством цитрусов за цитрусы здесь я отчетливо могу сказать что это действительно лимон а, лимон тот который используется в классической а, одеколонной истории для мужиков да в те такой же лимон, как использовался раньше в старом добротном люксе. К лимону добавляется большое количество лаванды, но она не мерзотная, она не шарики от моли, это не стопроцентное эфирное масло, это что-то душистое, уходовое, приятное мужское. А такая лаванда, которую очень часто используют итальянские бренды для уходовой мужской косметики, да, там aftershave, спрей какой-нибудь, там что-нибудь еще для волос, ну поняли, да, мужики меня поймут, вот кто занимается бритьем, это классно. Здесь еще почему это пахнет безумно приятно, очень необычная красивая тоже уходовая фиалка. И это все, понимаете, не уходит в классический, э, в привычном понимании, горький мужской фужер. Это действительно очень сладко, очень фужерно. Очень свежо и очень безумно приятно. Очень-очень-очень. Это вот самое главное, что я слышу в верхах. Парфюм не имеет как такового там несколько степеней раскрытия. Это все не про него. А, светит солнце, да, я чувствую что-то одно. Дует ветер, я слышу что-то другое от кожи, от одежды, совершенно другое. Но база здесь безумно приятная, база классная. Вот я не просто так сказал, сказал про изои супер. В базе появляются очень приятные, слегка влажноватые, деревяшки с большим, мне показалось, с большим количеством чего-то табачного. Возможно, сюда производитель добавил кумарин. Да? Кумарин это вещество, которое, сейчас скажу грубо, но скажу, имитирует запах чего-то табачного. В принципе, кумарином и ароматизирует сигареты, если вы не знаете. Да? Сам табачный лист, который используется в сигаретах, если вы курите, он пропитан отдушкой. В частности, как раз таки кумарином. Вот. И здесь еще очень интересный, приятный, нетипичный для современного люкса цветочный блок. За цветочный блок здесь отвечает флёрд д'оранж, да, либо цветки апельсина, как хотите, так их и называйте. Это белоцветочное сладкое какое-то безумие. Спустя час ощущается пудровость, да пудровость, за нее отвечает, не знаю, что там, мускус, какой-нибудь сандал, это классно. Вот если вот образно сказать, на что эта парфюмерная работа похожа, это ни в коем случае не клон, не стопроцентный аналог, это просто вдохновленный аромат ароматами былых лет. За уши, если притяну, скажу грубо, но скажу, это похоже на стилистику у аромата. Wooden Space от бренда Монталь. Это похоже на ароматы Жан-Поля Готье. И это похоже на парфюмерию былых лет, да, которая не была, к сожалению, такой популярной сладко, фужерно, древесно, табачно. Здесь еще цветок апельсина, какой-то легкий аккорд ухода, да, лаванда плюс фиалка. На деревяшках вообще классно. Еще это все так пудрится, да, еще это такой, такой просто монстрожный шлейф оставляйте с собой. Но классно. Он не вызывает чувства бритого, мытого мужика за счет вот именно цветочного блока и сладости. Не знаю, за счет чего добил, добился производитель именно такой а, очень грамотной процентовки сладости и фужерности, но это классно. Буду пользоваться с превеликим удовольствием. Кому могу порекомендовать? Ну, во-первых, да, я уже сказал, что будет замечательным подарком всем а, футбольным фанатам. И вот этот вот парфюмерный продукт будет а, отличным подарком для подрастающего поколения. Да, если у меня мамочки смотрят, у вас есть сыновья, которые проявляют интерес к миру парфюмерии. Вы не хотите покупать сиюминутные легкие водицы, хотите, чтобы парфюм действительно на вашем ребенке, да, либо муже, там, неважно, свате, братье вот это все держался целый день. Вот это будет замечательно. Оно не пахнет дешево, оно не пахнет вот в современных тенденциях, да, что-то такое минеральное вот это вот, если вам это не нужно, ни, никакой тут ни флер наркотик ни бакарамимом не проходили, это необычно, это классно, вот прям смело рекомендую. Вот, спокойно вижу э, на мужской части населения разных возрастов, поверьте, он будет уместен абсолютно везде, но нужно правильно подобрать дозировочку, не нужно делать, как я, опрометчиво, по 6 пшиков на себя и просто... У, ты так трубой орешь, от а тебя сладость, от а тебя какая-то фужерная история, от а тебя цветки апельсина, пудра, там сандал, табак, не знаю что, ну, прям, прям рекомендацион. Ну, короче, вот такая вот история получилась. И, к сожалению, опять-таки, не про мониторил информацию, есть ли у этого бренда еще другие ароматы. Ну, извините, да, я человек занятой. Вот. Но это прям достойный-достойный продукт. Выглядит, опять-таки, презентабельно. поставит на полочку в качестве подарка, да, сувенира какому-нибудь человеку имеет место быть. Необычно в офлайн сетях эта штучка не стоит. В принципе можно говорить, что это подарок откуда-то привезенный, например, да. Вот я вам все сказал. Остался доволен. Попробуйте, да. Если ищете на лето что-то цепкое, что-то стойкое, но не сплошной гель для душа, да, например, как Лакост ароматы, и не что-то uh, супер дорогое, не хотите этим пользоваться. Вот прям отличная, отличная альтернатива. Прям мое почтение, 10 из 10. Ну все, не знаю, что еще говорить. Достойный продукт, достойный бренд. Вот. На этом все. С вами был аромат, посвященный футбольному клубу Барселона, да, их мерч. Большое спасибо моим друзьям, которые, собственно, мне его презентовали. Присылайте еще, на самом деле, я еще раз вас похвалю. Вот, желаем удачи, желаем всяческих продаж. Парни молодцы, мужчины, точнее парни, это как-то грубо, мы не такие с ними друзья. Вот, занимаются любимым делом, да, поставляют в наше трудное, непростое время хорош хорошую, достойную, качественную парфюмерию. Вот, ну а с вами был я, как обычно, Николай. Возможно, я вас немножечко отвлек, возможно, мой треп вам немножечко помогает, да, как-то отстраниться от суетливых будничных дней, да, где не в перерыве на работе, под еду, под чашечку кофе с сигареткой. Мне безумно приятно. Я чувствую вашу обратную связь. Надеюсь, вы тоже мной остаетесь довольны. Всех до Хруста безе э. Спасибо, что пишете мне личные сообщения. Пожалуйста, не бойтесь спрашивать меня в личку. Я отвечаю всем. Иногда голосовушками. Ну, по большей части, всегда голосовушками, потому что не могу я это печатать. Я очень человек любящий поваляться по древу, да, мне проще высказать там минут на 5, если какой-то вопрос очень интересный. Вот. Ну все, больше не буду вас отвлекать. Большое спасибо за правильный интерес к этому видео. Подписывайтесь, ставьте пальчики вверх. С вами был я, Николай. И увидимся еще в более интересных и крутых видео. Небольшие спойлеры. Едет еще одна огромная посылочка из интернет-магазина Рандеву. Там такое, мальчики-девочки, просто закачаешься. Ну все, пока-пока.